Так, сегодня мы поговорим о вознесении Иисуса Христа, как Он распрощался с учениками Своими до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после того будете крещены Духом Святым. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илион, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Вот говорится о том, как Христос, попрощавшись с Ним, ушел на небо, да, что Он обещал им послать Духа Святого в силе, чтобы они были Ему свидетелями, все апостолы. Когда Дух Святой сошел на апостолов, то они смело стали проповедовать о Христе и о Его жизни, о Его делах и о спасении всему человечеству до самого края земли, так говорили.